Дико модные пацаны, двухметровые близнецы-танцоры Let Wins, покорившие своими выкрутасами не только весь интернет, но даже Бейонсе, приехали в Петербург. Культурная столица к визиту, конечно, подготовилась лучшим образом. Сейчас увидим, каким. Это вовсе не бандитская сходка и не тайный приезд 50 Cent'а в Питер. Так французские звезды, хип-хоп-танцоры Let Wins мчатся к своим русским фенам. Привет! Двухметровые братья-близнецы Ларри и Лоран прославились на весь мир своими неподражаемыми движениями, глядя на которые просто невозможно усидеть на месте, и индивидуальным стилем. Наколенники, штанцы задом наперед и шарфик на шее. Эти двое из ларца ни за кем повторять не собираются. Любой их ролик набирает в интернете миллионы просмотров и приносит этим гуттаперчевым мальчуганам примерно столько же учеников. Пареньки родились в, мягко говоря, большой семье. У них, о ужас, 18 братьев и сестер. В такой тесноте братцы-буржуа и умудрились научиться двигать попой. Мы с братом танцуем всю жизнь, нас никто не учил. Мы просто чувствуем танец внутри себя. Я не могу сказать, когда я начинал танцевать, но лет с двух я уже такое исполнял. Два брата-акробата доплясались до того, что их заприметила Бейонсе и пригласила в свою команду. Теперь они не только колесят с мадам Ноулс по всему миру, но и снимаются в рекламе и дают собственные мастер-классы. Чтобы покорить мулатов, продемонстрировав свои лучшие па, северная столица готовится к этому танцу несколько месяцев. И кажется, питерцам удается завоевать респект двух танцующих шпал. Русские реально? Покин. Покин. Отличные танцоры! Ларри и Лоран признаются, единственное, что им еще не покорилось, так это танец живота и лезгинка. Но можно не сомневаться, это лишь вопрос времени. Юлия Бабурина, Тимофей Могилевский, Евгений Анцупов. Про новости.